настоящий момент состояние Елены Георгиевны стабилизировано в целом. Каких-либо опасений сейчас не внушает ее состояние. И она сегодня переведена уже в отделение, в обычную палату. Вот здесь я хорошо себя вроде чувствую. Настолько, насколько я могу чувствовать себя хорошо с моим дважды оперированным сердцем. В нашей жизни политика тесно связана и с состоянием. Но я очень переживаю то, что происходит в стране после выборов. Предвыборные обещания и вновь избранного президента, и тех, кто приближен сейчас после выборов к нему, они обещали стране одно, а делают другое. Как позорно готовить эту пышную инаугурацию. Что есть? А, нет, решение вы забыли, конечно. Вот, мандатная комиссия, она не может работать из-за этого. Сейчас. Вот сегодня собрались тут, сколько нас, 40-50 человек. Нету практически никого, ведущих деятелей тех движений, которые мы называем демократическими. Наверное, единственный музей в мире, который создан был, тоже хотели сделать музей человеческого мужества. В связи с открытием общественного центра и музея «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова. Не торопитесь, девушки. Не торопитесь. Ваш портфель.